Сегодня жизнь школьника невозможно представить без телефона, компьютера и интернета. Цифровые технологии им интересны и понятны. Современное образование тоже стремится идти в ногу со временем. Все больше славянских школ внедряют электронные системы обучения. Одна из них – платформа «Я-класс». Что это дает школьникам и чем облегчает труд учителя, смотрите в следующем материале выпуска. «Я-класс» – это образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей. Начал работу он в 2013 году. Сегодня онлайн-площадка пользуется 2 миллиона школьников из 40 тысяч школ по всему миру. В нашем районе одними из первых электронную образовательную платформу апробировали в лицее номер один. Это платформа электронного образования. Она удобна и для учителей, и для родителей, и для детей. Потому что на этой платформе есть и теоретический материал, причем он представлен по 11 предметам и соответствует школьным программам. Есть там и практический материал. Учитель может давать домашнюю работу, пользуясь теми материалами, которые есть уже на этой платформе, причем они постоянно обновляются. Чем это еще удобно? Ребенок даже, если он болеет, он находится дома, он может через эту платформу выполнять задания и даже не будучи на уроке получать оценки. Задания в Я-классе соответствуют государственным стандартам. С помощью электронной платформы школьники могут самостоятельно готовиться к контрольным и к экзаменам. Для учителей это тоже хороший помощник. В первую очередь позволяет дать более широкий круг знаний по тому или иному предмету. А еще экономит время. Не надо проверять тетради. Система сама оценит уровень знаний ребенка. Даю задания, они эти задания выполняют, и я вижу, что они зашли, они работают, и через 15 секунд я вижу уже результат. Если они выполнили работу на 100% или 80%, это пятерка. Если 80-60%, это 4. Ну, как бы дети стараются, выполняют. Я даю им возможность несколько раз пройти. Чисто по географии есть карты, тесты, вот, портреты географов. Не в каждом классе, не в каждой школе это есть, а здесь вот прям очень хорошо. И намного больше, чем в учебнике. Мне важно, потому что если олимпиады, если ВПР мы пишем, если к экзаменам готовимся, самого одного учебника не хватает. Нужно, чтобы было больше материала. Ну вот Я-класс мне помогает. Электронное образование пришлось по душе славянским школьникам. Они с удовольствием выполняют задания в Я-классе, получают отметки и даже соревнуются между собой. Мы открываем, заходим на сайт, вводим пароли. И там высвечивается проверочная работа. Выбираешь себе любую проверочную работу и выполняешь ее. Тебе дается любое время. Ты делаешь, нажимаешь правильные ответы. Внизу, после того, как ты сделал это все, дается объяснение. Мне очень нравится работать на Я-классе. Там можно помимо географии еще работать на других предметах. Зарабатывать на этом баллы и в рейтинге быть там на разных местах, на первом, втором, третьем, четвертом и так далее. В первом лицее на платформе «Я-класс» зарегистрировано порядка 500 учеников. Пользование этим ресурсом платное, но если школа делает коллективную заявку, годовая подписка на одного ученика составит чуть более 200 рублей. Небольшие деньги за дополнительные возможности получить прекрасное образование. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».